Шоколад, да? Шоколад, галеты, мясные консервы, патроны, очки, рыб с Настей. А может, и все то, что будет в следующий раз. Торопитесь, помните, на вас ответственность перед коллективом. Если кто-то кольцом тронет пол, начнете сначала. Это важно. Ну, товарищ... Степа, не торопись. Тихо. На двух ногах, а вот сейчас начнутся настоящие проблемы, поэтому... Ни звука, ни слова. Сейчас я скажу, какой я следующий стул заберу. У вас время есть, я вас не тороплю, спокойно перемещайтесь. Держитесь, как у нас. Держитесь.